У меня SD Pistol 2%, Desert Eagle 4%, M4 2%. Я понял, а если посмотреть... Ой. Я тебя случайно убил, что ли? А что ты стоишь? Ты что, не видишь, я стреляю? Технику... А я не знаю, я вообще не рядом с тобой. Технику безопасности не соблюдаешь, что ли? Ребят, отойдите все подальше, соблюдайте технику безопасности. А подальше, подальше, отойдите, пожалуйста. Может, оружие купим? Ну, я пока хочу дигл качнуть. Блин, нифига себе, я просто хотел повернуться тупо. А, серьезно? Да, а тут меня окружили, блин, иначе никак. Ну, да ничего, я тебя простил. Простил меня? Спасибо. Конечно. Приезжай. О, смотри, смотри, продам автомобиль Lexus LX 570. Цена 4 ляма. Это дорого или дешево? Дешево, мне кажется. Го возьмем. Слушай, вот в этом здании скиллы прокачиваются быстрее, чем обычно, или так же? Так же, просто тут... А, тут просто надо... тут ПРП. Во, от первого лица четко вообще. И что это теперь по скиллам? Смотри, чё я так понимаю, когда скиллы прокачаются до 100%, я могу ходить, то есть при стрельбе я могу ходить. Пока при стрельбе я не могу ходить. То есть вот я, для тех, кто понимал, пока я стреляю, шаг вправо я сделать не могу. А при перестрелке это очень и очень необходимо. Особенно если стрельба по пингу, так это вообще... Коля, ты чё там хихикаешь? Ты чё нас там подслушиваешь, что ли, под шумок? Я тут вообще пытаюсь от ментов спалить, тут мне на хвост упали. Чё тебя так хреново слышно? Я говорю, вылезь из жопы, мам. Коля, дел погромче микрофон. Можно как-нибудь это сделать? Да, попробуем. Паша, Паша, дай скрин сделать. Дай сделать скрин. Блин, пиксели эти вот... Давай руку пожмем. Протягивай руку. А, не успел, походу. Так, ну чё, я, слышишь, Миш, закончил качать скиллы, сейчас посмотрим, сколько у меня тут. Да, посмотри, F... а Дигл, ты запомнил, сколько у тебя было? Да. Скилл. Сколько? Владением оружием. 11, то есть у меня было 2, я прокачал на 9. 200, 200, 200, слышишь, 200. Паша, ты крутой, блин. Я каждому твоему видео лайки ставлю, Паша, ты самый сколько крутой, потом? Паша, ты блатной. Спасибо, братишка. Получается 200 патронов, 200 патронов это 4, о, это 9%. 200 патронов. Да, нормально. Короче, у Майбаха максималка 180, Павлик. Паша. Блин, Майбах. Не, Майбах нам нужен. Но лучше нам вместо Майбаха взять лимузин, пулман какой-нибудь красивый. Погода, да, сменилась? Угу, пулман еще медленнее. Вы его задрали уже. Короче, Майбах едет 190. Так, я думаю, может быть, пока я успею на права сдать. О, кстати, зашел тут в какой-то красивый парк. Гуляю. Надо зайти. Сейчас. Паша, прими в банду. Так, ранжой, набора нет, банду, нет пока набора, нет пока набора. Хорошо, давайте так, смотри-ка, тут мост сделали, раньше моста не было. Ну, Панамерик, в принципе, да, неплохо. Мне Панамерик не нравится тем, что там мало места, понимаешь? Мало места. Какого мало? Ты угораешь? В салоне мало места. А ладно, давай потом, теперь пошел на машине ездить. А ты нажал там начать? Да. Все, слава богу. Я один раз нажал, не нажал. Да, блин, начать. Победит этот подписчик. Паша, привет. Паша, смотри. 500 раз он мне уже сказал Паша. Привет. Ой, да, нет. Прикольно. Так, ой, я сажусь в какую-то приорку. Паша, привет. Только не садись со мной. Фух, слава богу. Привет, привет, дружище. Черт, заехал на... Аккуратно. Это кто? Это ты? Откуда ты такой гольф взял? Как? Марина. Все, я его уже разбил, ладу. Я бордюр случайно разбил. Разбил. Ну все, ну ты не сдашь. Зашибись, ты в меня еще врезался. Мне надо тебе... В смысле я? Ты назад. В Евье. Мне теорию... Поехали сдавать, тебя могут принять. Да я, во-первых, не туда даже поехал. Ой, меня это украли. Вот, теперь я буду двигаться правильно. Да, ну, страна сбита. Фига ты, зелок, заехал на ламбу. Автомобили в народном хозяйстве, в личной собственности. Я хотел туда уйти.
За годы 10-й пятилетки по решению 25-го съезда КПСС будет выпущено около 30 миллионов автомобилей. Что это, Коля? Коля, вот ежегодно пополняется и большая армия водителей, людей романтической и почетной профессии. Ты это видел? Да. Ты не умер? Я не умер. Что там было? Что там было у вас? Перевернул. Я около гелика этого 4x4 проехал, который все переворачивает. Советская, и он нас перевернул. Полностью Миша поставил боком машину. Все, я сдал. Прижало. Отлично. Как сохраниться теперь, что я сдал? А не... Как? Никак. Все, просто я теперь... Теперь я пойду, наконец куплю какую-нибудь себе машину. Любую. Штрафы я плачу теперь. Любую сейчас с парковки заберу. О, это что такое? Ну, Панамере купи. Спотыкнулся. Я не знаю почему, но вот реально у меня не лежит душа к Порше. Вот просто не лежит. Не любишь? Ну не то, что не люблю. Я думал, когда Хайман взял себе это, как от тоже Панамеру. Я тоже думал, может быть, типа о Панамере задуматься. Но это даже новее версия, чем у Хаймана. Вот. Ну потом, короче, передумал я всякое Панамере. На дорогое обслуживание. Лексус, мне кажется, не едет. Вот не знаю почему, мне кажется, он еле-еле будет ехать. Ну, сейчас я посмотрю, хочешь? Можешь ламбика взять? Ну, зачем он для банды, парень? Ну ты чего? Его же разбивать будет постоянно. Конечно. Да. Вообще даже не идет речь об этом. Блин, ясно. Ясно. БМБхи, может быть, взять? Или... О, а давай Мерседесы возьмем, кабаны, или это дорого? Паша, ну, пожалуйста, пожми. Ну, лямнуть стоит. А ты его тут не купишь, надо в другой район ехать, в другой город. А мы же на элитных тачках будем ездить, Павел. Не. Кабан — это старая тема, думаешь? Ну да, ну тогда уже 124-к будет. Если кабан войдет в тело. Тут 39-я тоже подъехал. 39-я, по идее, тоже, ну... А, вот, хорошая еще машина, Кадиллак из... Не, из Кадиллак, ну, такая, такое себе, тем более... Так, Лексус, тест-драйв. Так, ну еле-еле уже. Слушай, на... а может давай банде купим все автомобили 4x4 гелики? В смысле 4x4? Вот эти огромные гелики. Не-не-не, тогда все, у нас сразу. Все же будут таранить. Такое же уже было. У нас когда была банда, игроки накосячили, и из-за этого слетела банда. Слушай, мне кажется, мы тут толком ничего и не посмотрим. Потому что у меня вариантов немного. Либо... Лексус 170 едет. Слушай, а Панамера много кто вот в банду покупает Панамеру себе? Ну, не знаю. Я ни разу не видел. Ни разу не видел? Я видел, что на них так ездят. Скажу, вот этот GLE, он такой резвый, Павлик, но GLE. Вот этот вот? Но он не бандитский, да, понимаешь? Красный. Он такой же не бандитский, как и Панамера. У него обтекаемая задняя часть. Не для камеры, не для чего. Но я его видел, банда. Ну тогда уже лучше сразу пойти такой гелик. Протягивай брать руку. Пожалуйста, пожми руку. Спасибо, Паша, большое спасибо. А ты видос снимаешь или нет? Чё ты, Коля, арендовал машину? А, это смешно. О, я придумал. Давай новые гелики купим. Новые, нулевые. Какой-то там тебе на 30 миллионов на 40. Виктор, гелики, гелик продаешь? Паша, прям гелик как? Что-то дороговато, братишка. Давай, может, договоримся подешевле. На мосту. У тебя ламбу отобрали. Все, быстрее, я сел на пассажирское. Блин, на самом деле трудно играть, когда... Нам туда не надо. Может быть, слушай, я вот что думаю. Тяжело играть, когда тебя все узнают, согласись. Ты хочешь новый аккаунт? Я думаю, наверное, да. Я создам новый аккаунт, ну потому что реально меня не хватает просто физически. Короче, Павлик, прикинь, я оттуда вот так вот летел, меня так запело. Ты давай едь быстрее, блин, не рассказывать, это мама ждет, и это никому не интересно, как тебя там занесло. Так, тот тип, короче, на гелике сказал, типа, 10 000. Я говорю, дорого. Потом он написал 9,5. Но мне кажется, это тоже дорого. Сколько он стоит новый? За 10 000 можно новый и 10. Я вот что-то тоже думаю.
Но тот типа на гидравлике. Нахрен он не нужен на гидравлике. Может быть, он на стейдже. Так, давай, ладно, давай дальше. В конец не стой. В самый конец сразу же, да? Да. Москвич. Так, Майбах тут. BMW X5. А, нет, X6. Майбах Пулмана, во, возьми тоже. Сколько стоит X6? 4 200 000 всего лишь стоит X6. Как бы, ну, недорого. Вот посмотри Майбах Пулман, Павлик. Вот он. Вот он там есть. Сейчас. Ты что, не выйдешь? Да я знаю, я смотрел этот Майбах. Чё мне, чё с этого Майбаха, Миш? Это Пулман, Павлик. Я знаю. Ну что, он еле едет. Он стоит, блин, 20 миллионов. Его вот как раз-таки, его нужно искать бушным. Смотри, Паш, велик новый G-класс стоит 10 лямов. Мы можем ламбы, кстати, купить. Они всего лишь на 1.5 миллиона дороже. Зачем, ну, Павлик? Я про Урус говорю. Я еще советую, можно купить 221. Все, короче, я увидел все, этот гелик. Сейчас я поставлю черный цвет. Нажму тест-драйв. Чуть-чуть на нем прокачусь. Давай быстрее. Ой, звук мне уже не нравится. Звук вообще не AMG ни разу. Палит тут нигде. Только Урал. Он едет как легковушка, он не едет как внедорожник. Вот прокатитесь на нем на тест-драйве. Вот, Павлик, куда ты Каены, Павлик? Каены, ты да на нем прокатись. Не хочу я Порше, ты... Миш, я не хочу Порше, я не люблю Порше. Да ты посмотри, как он едет. Он тебе едет 250. И все, за глаза. Блин, мне реально... Мне еще знаешь, чем не нравится? Послушай, знаешь, чем мне не нравится еще именно этот гелик? Потому что у него простая комплектация. У него бампера просто простые. Он не в AMG обвесе, ничего. 10.50. Ну вот, я, честно говоря, гелик я даже не замерял по скорости. Вот я сейчас на Урус сяду. Вот, ну, Урус. Павлик, так Урус это то же самое, что и как? Что и Порш. Только это Ламборгини. Так, вот такой, ну, чем мне вам сказать? Урус мне как бы тоже не особо заходит. А кто-то не хочет этот, а ТЛС-ка двухколтой. Не, ну Урус покруче выглядит, чем гелик, я могу так сказать. Реально, ну, да, круче. Павлик, а 221-й? Попробуй, ну нормальная машина. 221-й, это как 123-й Мерседес, Миш. Ну нам нужны элитные машины, ты понимаешь? А это какая? То есть мы должны быть в авторитете. Какой, блин, 221-й? У нас должны быть самые крутые машины. То есть, понимаешь, может быть даже 4 на 4, но ты говоришь правильно. Могут игроки не адекватить. Да, и они медленные. Он такой красивый, он элитный. Ну да, я смотрю, что-то медленное вообще. Оп! И он неповоротливый, капец. Кто? Ну, 4 на 4 гелик большой, на больших колесах. Но он не медленный. Он медленный, да. Не, Урус, кстати, не намного быстрее. Вот реально, не намного. 221 едет 220, вот там и... Там бесконечно он едет. 230. Что ты пристал за это 20... Да он красивый. Вон сзади у него даже есть какой-то... Так, ладно, давайте голосовать. Я сейчас покатаюсь на 221-м. И, а вы пока вот финально выбирайте свои варианты и что-нибудь... Павлик, 540-й, 540-й, вот! У всех в банде есть 540-й. Это старый все... который? Какой старый? Нет. 560-й, тут есть какой-то Мерседес старый. Это BMW. Как и M5 в 90, только 540-й. А ну, F9, да нафиг она маленькая, Миш, понимаешь? О, Rolls-Royce, кстати, дай-ка я протестирую. Ну а чё Урус-то? Он, смотри, он идёт 250, по разгону не особо чувствует. Коль, тебя очень плохо слышно. Да нет, там... Я настрою микрофон потом. То есть, ну, ты меня так сбаламутил просто, что нет. Ну, ясно. Rolls-Royce, на самом деле, выглядит, как будто это старый большой пердун. Реально. Я катался на Rolls-Royce. Ну вот, Q7, но она тоже, он такой прям вообще вялый. Кто? Q7. Q7 тоже не то. Да, я знаю. Ну а какую тогда, Павли? А чё ты не хочешь игру ТЛС? Сейчас я Майбах протестирую. Вот, всё, я выбрал. Короче, покупаем... А, нет, не выбрал. Просто я думал, может быть, гелики новые купить. Гелики новые купите, Майбах.
Тесла Модул С, не то тоже. Феррари, Лаферари, Порше Боксер, нет, Порше 911, нет. Вот смотрите, у нас что? Бентайга, Бентайга. 500 миллионов, что ли? Или что там? Бентайга, она стоит 11 миллионов. По разгоду вялая, но она у всех есть. Бентли, что ли это? Бентайга, да, Бентли. Да ну. Джип. Какой-то, ну, блин, Павлик, самые лучшие машины. Ты говоришь на них, да ну. У всех в банде есть. Урус не у кого. Я вот на крузаке сейчас пробую прокатиться. Ну, японец, он и есть японец. Он даже здесь вафельный. Нормально вообще-то японец. Да, вы посмотри, как его заваливает, как он в повороты входит, вон. Его просто, он валится. Крузак, да. Молодцы, кстати, заменили такую модельку, что вот он балки прям по-настоящему, как крузак. Крузак хорошая машина, зато не ломается. Роллс-Ройс, хорошая тачка для я тебя. Я ездил на нем, старый пирду. А, кстати, может быть Range Rover или нет? Все переворачиваются, блот, но очень хорошая машина. Для банды отличная. И поэтому потом всегда будет она стоит на ремонте. Да? Прокатился сейчас на челленджер и вышел сразу с него. Даже метр не тронулся. Ну, а что ты хочешь? Ты владелец Мустанга. Естественно, тут тебе челленджер не подойдет. Не знаю, что Павлик так долго думаешь с тачками? Купил Rolls-Royce один. И 63-х. Урус можно взять. Давай быстрее. Да. Павлик, ну что там? Да я вот, выбираю. Определился. Ну-ка, 6 на 6. Гелик 6 на 6 на секунду попробую. Советую, он валит. Переворачивается, да? Да, да, да. Я, кстати, первый раз на этом проекте играю на таком гелике. Я играл на этом, в МТА. Вон там гелик более был такой. Не, ну тут, кстати, он тоже себя хорошо ведет. Который старый Rolls-Royce, он такой просто плохой. Слушай, знаешь, что я думаю? В банду, мне кажется, все равно такой гелик нужен. Там, знаешь, ну за матами поехать, за материалами. Ну, конечно, да. Конечно. Короче, покупай его. Все, прям сейчас покупай. 6 на 6? Да. Наиболее экономичный режим. Купил. Все, молодец. Нифига себе. Что-то я купил, и он куда-то пропал. Я даже не понял, купил я его или нет. А сколько он стоит? А, у меня, кстати, это... Ваши средства. Паш, нас тут поджидает банда.